Добрый день, меня зовут Шейна Екатерина, город Чита, мне 38 лет, у меня трое детей. С коралловым клубом я познакомилась в декабре 2021 года. Познакомила меня с ним моя подруга Марина Пляскина, у которой трое детей. Мы с ней вылечили. Первый результат я получила просто потому, что вылечила ОРЗ, причем довольно-таки сильная, получила веру в продукт. Но на тот момент у нас уже были проблемы со здоровьем, со старшей дочерью, у нее болели колени, она у меня занималась 7 лет фигурным катанием, и уже год у нее стала жаловаться на колено. Боль усиливалась, мы пошли сделали обследование, нам поставили рассекающий остеохондрит заднего мыщелка или болезнь Кёнинга, это встречается часто у подростков, которые занимаются спортом в период роста. Наши ортопеды и травматологи сказали, что ничего делать не нужно, что нужно просто бросить спорт, что было тоже проблемой для моего ребенка, потому что мы практически все время там проводили минимум на полгода, пройти физио. Кто-то из более сострадающих отправлял нас к мануальным терапевтам, мы возили ее в Улан-Удэ несколько раз, но ничего не помогло, то есть все эти полгода все, что мы сделали повторно МРТ, и у нас была вторая степень, а стала третья, четвертая, то есть ухудшилась, и причем на обоих коленях. Я нашла врача в Москве, замечательный врач Саутенко Александр Александрович, он сказал, что нужно оперироваться, причем быстро, потому что может отколоться, и тогда придется делать не лапароскопическую операцию, а полостную, для девочки ноги это все-таки красота. Операцию делать не хотелось, мы отправили в Новосибирск наше обследование, там тоже доктора сказали, что нужно оперироваться. Поскольку я уже была в коралловом клубе, и спасибо моим наставникам Марине Пляскиной, Алене Олесик и несравненной по своим знаниям Анне Сергеевне, которые убедили меня, что нужно попробовать биалурон с коллагеном. Нам уже оставалось месяц до операции, но мы решили все-таки попробовать, пропили. И перед операцией нам нужно было сделать еще одно обследование, мы сделали, и уже на нем были незначительные улучшения, но все-таки мы побоялись, решили не рисковать и поехали на операцию. Перед операцией наш доктор спросил, какое колено оперировать, потому что, в принципе, ситуация была идентичная на обоих. Мы выбрали правое, потому что оно болело сильнее, прооперировали, все, слава богу, прошло успешно. Реабилитация 2 месяца на костылях, то есть, ну и предстояло второе, да, оперировать. Когда мы прилетели в Читу, я созвонилась с Анной Сергеевной, и мы проработали с ней нашу ситуацию, добавили детокс, чтобы убрать негативные последствия от наркоза, ассимилятор, чтобы он нам помогал рассасывать нашу некротическую ткань, которая не мешала прирасти хрящу, и, естественно, коллаген и биалурон, то есть вторым курсом. Мы его пропили, и на этом, в принципе, все. Боль ушла. И через 4,5 месяца нам наш доктор назначил опять КТ, чтобы готовиться к следующей операции. И когда я получила результаты этого КТ, я вышла со слезами на глазах, потому что я прочитала, что оба колена. Оба колена здоровы. Я, конечно, верила, но я думала, что поможет только оперированному, ну, как бы, а тот, ну, может быть, будет поддерживать, потому что не прирастало ничего вообще. И когда я отправила все, опять же, нашему доктору, чтобы он посмотрел, потому что я, ну, не очень доверяла нашим, он посмотрел и сказал, что действительно, с правого колена полностью сняли этот диагноз, на левом колене у нас осталась небольшая разреженность кости, но если бы он не знал там нашу ситуацию, он бы сказал, что в принципе все хорошо. И он был очень удивлен нашему результату и сказал, ну пропейте, что вы там пили, потому что я ему бесконечно рассказывала, что мы пьем биалурон, расскажите другим детям. И если бы тогда мне рассказали кто-то, хоть кто-то бы сказал, что с нашим диагнозом вот такая ситуация возможна, я бы не делала операцию, мы бы прождали, мы бы дотерпели. То есть я сейчас хочу донести всем родителям, у кого дети спортсмены, у кого с хорошей нагрузкой физической, пожалуйста, хоть раз в год давайте детям биалурон с коллагеном для профилактики. И что, и на самом деле, когда уже есть такой диагноз, что это работает, у меня есть все обследования, просто мой доктор в отпуске, он не смог подготовить мне слайды, но я обязательно сделаю об этом отзыв. У меня есть только такие бумажки, на которых не видно самой картинки, поэтому я очень благодарна
Я очень благодарна своим наставникам, потому что они меня убедили в этом, они меня берут по шпильку, постоянно говорят, что нужно делать. Я им очень доверяю. Прямо большое-большое вам спасибо.